13 часов 40 минут дежурную часть МВД России по Омской области поступило сообщение о том, что из окна жилого дома по улице 19-я Марьяновская неизвестный из огнестрельного оружия ведет стрельбу. На место происшествия незамедлительно выехал начальник МВД России по Омской области, следственно-оперативная группа, наружные службы полиции. По приказу генерал-лейтенанта полиции Юрия Тамчака был введен план действий, осуществляемых при задержании вооруженных и особо опасных преступников. Сотрудники полиции приняли меры по обеспечению безопасности граждан. Установлено, что в результате противоправных действий стрелявшего пострадали 4 человека, в том числе сотрудник полиции. Все они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. В тот момент, когда психологи УМВД России по Омской области смогли вызвать злоумышленника для разговора на балкон, сотрудники СОБРа молниеносно проникли в квартиру и задержали его. При личном досмотре у 34-летнего задержанного был обнаружен и изъят нож. В настоящее время 34-летний житель города Омска, от действий которых пострадало 4 человека, задержан, обезврежен, доставлен в отдел полиции. При его задержании никто не пострадал.